эксцентриссимо. Алишер Усманов вступил в диалог с человеком, которого некоторые не хотят называть. Алексей Навальный получил видеообращение от олигарха. Записано оно почти на коленке, на айфон, на шикарной яхте Усманова «Дилбар». Детище производителя элитных судов 156 метров в длину. Это 3 олимпийских бассейна. Больше в мире только судно Романа Абрамовича и пары арабских принцев. Но все равно стоимость новой яхты ошеломляет. 600 миллионов долларов. Почти всех жителей Кировской области одарить айфонами последней модели можно. И за эти деньги российский бизнесмен получил таки что-то самое большое. У него на яхте самый крупный бассейн. В придачу 2 вертолетные площадки, кинотеатр, лифт и джакузи. Киношники бы с ума сошли от такого бюджета. 3 «Титаника» можно построить и потопить. С Ди Каприо и без. Новых «Пиратов Карибского моря» снять, и еще деньги останутся. И уж точно, видео на телефон записывать с такими вливаниями они бы не стали. Эксцентриссимо.